Воронежском государственном университете состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам президентской программы. Я рада вас всех приветствовать. И вот в столетний юбилей Воронежского государственного университета у нас так совпало, что мы делаем юбилейный 20-й выпуск президентской программы. Ну, что сказать, программа остается престижной, востребованной, актуальной. И сегодня мы выпускаем 67 руководителей, которые представляют различные отрасли нашей области, различные предприятия по формам собственности, по организационно-правовым формам. Стратегическая цель президентской программы – это повышение качества управления на отечественных предприятиях до международного уровня. В рамках президентской программы менеджеры ежегодно проходят подготовку в ведущих российских образовательных учреждениях, в числе которых Воронежский государственный университет. В этом году дипломы о профессиональной переподготовке получили 67 топ-менеджеров. Почти треть из них – это специалисты промышленного сектора региона. Эта программа объединяет предприятия, университет и власть, то есть наука, бизнес и власть. И такой хороший синергетический эффект получается, потому что перед правительством стоят задачи, которые необходимо решать. И есть инструмент, то есть есть вот эти новые управленцы, которые приходят после обучения и, скажем, приходят инвесторы, и они смогут уже на одном языке разговаривать с инвесторами. После завершения подготовки в ВГУ участникам программы предоставляется возможность прохождения стажировки на профильных российских или зарубежных предприятиях. Те знания, которые получил здесь, их проще применять. Что-то я, конечно, знал, но не знал именно принципы применения или как это в жизни. Тем более знакомство с коллегами, которые тоже имеют очень большой и статус, и опыт работы, самое главное, с людьми и в бизнесе, они могут посоветовать первоначальные какие-то шаги. И вот именно общение между собой, раз даже больше, более значимо получилось, потому что каждый вопрос для каждого мы могли обсудить друг с другом, и это очень здорово.